Благодарность казахскому народу. Работники Алматинской областной филармонии имени Арона Суенбая ежегодно 1 марта поздравляют своих зрителей с первым светлым праздником весны. В этом году традиционное мероприятие организовано в особом формате. Пробуждение природы, нетленное наследие предков и возрождение национальных традиций – все это нашло отражение в театрализованном представлении, изображающем гуляние в казахском ауле. Не оставили равнодушными и красочные танцы, и песни в живом исполнении. Стоит сказать, в праздничной программе, посвященной знаменательной дате, приняли участие представители разных национальностей. В их исполнении прозвучало множество жизнеутверждающих песен. Отметим, вторая часть масштабного концерта состоялась сегодня вечером в 18:00. Такой великий праздник. Праздник людей, народов, которые живут здесь, в Казахстане. Большой алгыс, рахмет, они вот посвящают казахскому народу. Вот это вот концерт сегодня, который я присутствовала, с удовольствием послушала. Концерт такой шикарный, хороший был. Очень даже все, почти все национальности, вот корейцы, дунганы, другие национальности, чеченцы, кавказцы, вот, говорили только на чисто казахском языке, исполняли свои песни, там, обычаи показывали. Я очень благодарна вот этому коллективу, филармонии имени Суенбая.